Дорогие девочки, моя любимая Турция и очень-очень хорошего качества. Футболка, размерчики 46, 48, 52, 54. Висконс эластаном. Это класс. У него качество бывает разное. Значит, вот такой прекрасный цветочек. Это уже праздник, это шедевр. Мы бы с вами обязательно сюда бы добавили что-то беленькое. Но нет, девчонки, это скучно. Я сюда добавила вот такой прекрасный янтарь. Вот такую прекрасную зелень с беленькими камушками. Почему? Потому что у меня здесь работают кроссовки. Это натуральная кожа. Сидят колоссально. Очень хорошо сделаны. И размерчики остался только 39 и 40. Натуральную кожу сейчас буду привозить обувь очень мало. Потому что это будет маленький опт. Потому что через Reef Cargo запретили провозить обувь из кожи. Это уже проблема. Этот раз я когда везла, уже кому-то звонили, договаривались, но у меня было не так много обуви, поэтому все это доставка была нормально. Через какую-то другую каргу я боюсь провозить, потому что сейчас очень-очень много разных таких неприятностей. Ну, а там вообще я рисковый человек. Если надо, я что-нибудь придумаю. Девчонки, за этой красотой приходим. Ее нет нигде. Она очень легкая, очень красивая. Это натуральная кожа. Это прекрасные стамбульские фабрики. Это спецзаказ. И сюда, в Москву, их никто не привозил. Почему? Потому что у них дорогая закупка. А это вообще шедевр. Просто чудо. Все, жду, спасибо.